Работы Бэнкси арестованы в Брюсселе, и это не часть представления англичанина. Выставка стрит-арт художника, проходившая в культурном центре Строкар в бельгийской столице, внезапно прекратила работу после того, как судебные приставы изъяли всю коллекцию. 58 работ общей стоимостью в 15 миллионов евро были арестованы по причине того, что организаторы не имели разрешения на показ работ художника. По словам адвоката выставочного центра, в начале недели поступил судебный запрос от британской компании, которая оспорила права на экспозицию. Команда Бэнкси заявила на своем сайте, что проходящая в Брюсселе выставка его работ, как и многие другие, организована без согласия артиста. В своем заявлении команда английского художника перечислила список городов, работы в которых выставлялись без разрешения самого Бэнкси. Среди них Милан, Берлин и Москва.